Срок действия карт деловой проездной поездов Сапсан можно продлить на 2 месяца. Речь идет о маршрутах скоростных составов Москва-Санкт-Петербург и Москва-Тверь. Продлить срок действия можно для абонементов, оформленных до 1 апреля. Заявку на это надо подать до даты, когда карта перестанет быть годной. Чтобы продлить деловой проездной, пассажиру необходимо обратиться в единый информационно-сервисный центр РЖД.